валенки, варежки, перчатки рабочие. Не видел? Ребятушки, всем привет! Сегодня у нас Муравьев, ёкарный бабай. Откуда вы? Ребятушки, всем привет! Сегодня копаем, сажаем в очередной раз. Привет. Сегодня я решила наконец-то высадить еще три своих саженца. Это абрикос царский сорт, зимостойкий. У меня на участке один абрикос сидит, и он в эту зиму наполовину вымерз, но он и зацвел, и даже на нем висит один абрикосин наконец-то. Вот, и ему в компанию сейчас еще вот три деревца я посажу. Куда посажу, пока не знаю, ну так примерно есть какая кое-какая мысль, конечно же, чтобы это как-то компактно, ну не компактно, а гармонично смотрелось, может быть, в одну линию их как-то. В общем, сейчас идею свою покажу конкретно на участке, куда я хочу садить и почему. И буду выкапывать большую яму, потому что у меня песок, вы это знаете уже, кто давно канал смотрит, у меня песок чистейший. Наивысшие пробы, качественные, без какой-либо примеси песок. Вот, и большую яму буду выкапывать и засыпать туда перегноя. У меня есть перегной. Ну и уже потом высаживать. Закрытая корневая. Два месяца назад я их получила из питомника с открытой корневой системой. Высадила вот в такие большие пакеты, рассадочные, специальные. И они там жили, росли, в общем, вот даже зазеленели. Сейчас будем высаживать. Убираем. У нас вот здесь сидит один абрикос уже, вот он. Второй мы посадим вот под абрикосом полынь, это божье дерево. И с этой стороны также. Полынь, вот здесь у нас будет абрикос второй, наверное, да? Так, это местечко для одного, у нас их три. Сразу наметить, что ли? Один, два, три. За два месяца наросли такие хорошие корешочки. Я высаживала в эти пакеты, свой песок мешала с перегноем. Вот. Ну и, в общем-то, результат вот такой хорошенький. В яму пол ямы насыпала перегноя. Ну вот не хватило, два уже я посадила. Сейчас поставлю. Здесь важно, что... А вот уже посаженный. В абрикосе важно не закопать корневую шейку, вот эту, то есть место, откуда корни начинают расти, ее не заглубить, иначе он плодоносить не будет. Ну, вы-то, конечно, это знаете, а я не знала. И я 4 года ждала от своего абрикоса чего-нибудь, но дождаться не могла. Потом вот прочитала в интернете, что, видимо, сильно закопала, и вот раскопала.
раскопала когда? Буквально осенью я раскопала. И в этом году вот у нас сразу абрикосики пошли. Но это не потому, что дерево просто подросло. Тот саженец я покупала с цветами уже. То есть он уже должен был, по идее, плодоносить, если бы я его правильно посадила. Но, а я высаживаю сейчас, вот яму делаю поглубже. Это я травы уже накидала. Корневую шейку не закапываю. Сверху немножко песком присыпала. Там перегной, конечно же, в перемешку с песком. И сверху вот этой травы нарву, что у меня тут вокруг растет, и накидаю, ну как типа замульчирую, что ли. Вот. Еще один вот здесь тоже. Ну, такие приствольные круги оставила, выкопанными кочками этими обложила, чтобы вода там немножечко сохранялась. Потому что дожди здесь не всегда, здесь часто и засуха бывает. Ну и получается у меня таким вот полукругом будет. Там вот абрикос, вот он сидит. Здесь напротив. Как? Сейчас покажу с другой стороны. Здесь плетеная ива, заборчик. По идее, должны вот эти абрикосы три разрастись. Места им должно хватить здесь. Вот. А тут такое местечко отдыха. По плану у меня задумано было уже давно, но вот все как-то никак. Что-то садило, оно там плохо нарастает. Поливать, может, надо или что, не знаю. Дерен сибирский высаживала я здесь полукругом вот таким тоже. Ну, какие-то вот более-менее начали отходить. Может, что-то и нарастет. То есть абрикосы, получается, будут подбиты вот этим дереном. Он растет до 2 метров, но, в принципе, он очень хорошо стрижется. Любит стрижку. И можно такую декоративную изгородь под абрикосами делать. Будет красиво. Не помню, показывала или нет. А, я в группе в Телеграм показывала вот это дерево. А, замерзли абрикосы очень у многих. И здесь, получается, половина абрикоса замерзла у меня. Но нижняя веточка вот тоже отходит. И тут даже цветочек вот появился еще один. Не фокусируется. Ну, короче, там есть цветочек. Вот, а здесь под деревом я нашла 2 абрикосина, и тут вот висит абрикосин. Представляете, всего лишь надо было раскопать. Тут тоже замульчировано. Ну, травы накидала, чтобы маленько влага-то хоть задерживалась. Вот, а вот это знаете что, это цеолит. А, это я закупала 4 года назад еще, наверное, его пару мешков. И везде, где сейчас он у меня закончился, везде, где что я сажала, я его туда подсыпала. Но это очень такая хорошая штука, органическая. Сейчас по подробности не буду вдаваться. Вот, можно посмотреть в интернете, что такое цеолит. Вот, но я, конечно, планирую его еще закупить, потому что мне нравится он. Его действия. Им, по-моему, даже и животных кормят. Но он разные фракции бывает, конечно. Вот, для разных целей. Минерал цеолит. И у нас вот, может, даже благодаря этому весь абрикос не замерз, я не знаю. Ну, в общем, вот такой полуживенький. Вот эти пока не спиливаю, потому что здесь вот вижу почка. Живая, просыпается. Может, еще где-то что-то проснется на нем, на этих ветках. Будем посмотреть, подождем. Тем временем у нас Федор. Федя, что ты делал с великом? Откручивал колесики. Почти научился ездить на велосипеде. Посадка абрикосов закончена. Друзья, что хочу сказать. А вот здесь у меня клен, кстати, сам по себе вырос. Клен, не клен, но сказали мне, что это клен самосевом. А я его не убираю, пусть он растет. Хоть какие-то вертикали будут. И главное, он вырос возле вот елочки. Елочка 4 года. Пол, ни жива, ни мертва. Я ее с места на место стояла. Но вот сейчас она так прям... Красотка начала расти. Что хотела сказать?
Траву не кашу. Не кашу целенаправленно. Ее здесь не так много, во-первых. Во-вторых, здесь растет много нужной мне травы, клевер, шалфей, еще там какие-то, в общем, ну, вот. И я это собираю, все сушу тогда, когда мне надо, в нужные дни, в правильные. Поэтому вот этот участок я не скашиваю, а на переднем плане там особо косить нечего. Ну и вот здесь, где я что-то посадила, да, я тоже траву буду не трогать, чтобы это хоть как-то от солнца затеняло и от ветра маленько загораживало. Здесь вот я замульчировала сухой травой все эти приствольные кружочки. Потом их, конечно, нужно будет делать большие, нормальные. Вот, но будем ждать. Там у нас еще яблоки с вами посадить есть. 6 штук, антоновка и белый налив. Это то, что я себе оставила. А, еще урвалась, сама у себя урвала мельбу одну. Вот, очень быстро мельбу раскупили до отъезда. Всю продала, себе вот одну только оставила. Но потом буду еще заказывать. Будем выращивать яблоки. На горе ветром выдувает, по логу как вот так ветер туда дует. По участку. Участок на горе, и он, ну, прям на ветру получается. Все выдувает, и особенно зимой не столько от самого мороза, сколько вот этот вот холодный, ну, морозный, сколько-то морозный воздух, ветер бывает, и вот этим вот ветром вымораживает. Ну и сухо здесь, конечно. У меня точечная почва такая, точечная, конечно, что-то тут вношу, грядки там, где посадки, где клумбочки, вот, но это, конечно, очень мало. Вот здесь вот этот участок, он вообще его никогда никто не копал, и вот здесь и никто не косил никогда, и вот здесь, видите, какая трава. В этом году что-то я шалфея не вижу вообще, видимо, повысохло все. Вот это что ли он? Ой, совсем какой-то никакой, короче говоря, в этом году все, жара месяц стояла в мае, пока нас не было, все позасохло здесь. Вот, а в прошлом году много шалфея собрала, и чабреца, кстати говоря, не вижу. Не помню, то ли рано, то ли поздно его уже искать, не помню. Ребятушки, видео на этом заканчиваю, не буду затягивать. Немного красоты вам, сибирских сопок, как вы пишете. Вообще тайга это, конечно, Саяны, горы Саяны, Саянский хребет, тайга, медведи ходят, вот прям здесь и ходят. Ну, змеи ползают, конечно, тоже. Всем до новых видео, пока-пока.